This conference will now be recorded. Добрый вечер. Я Галина Шайдулина Тулебаева, преподаватель цикла курсов по международным стандартам финансовой отчетности. И мы сегодня с вами будем говорить о втором курсе в этом цикле. Курс второй в цикле в принципе и первый в цикле двух курсов, посвященных собственно, самому ремеслу, практике. Чтобы мы с вами максимально эффективно провели эти 45 минут, у меня предложение такое. Давайте я вам порассказываю о курсе, в принципе, где-то, ну, так вот, 15-20 минут, а потом вы потихонечку мне в чате, поскольку вас много, и диалога, естественно, быть не может, то потихонечку в чате вы мне пишите вопросы. Я их уже краем глаза, любой ваш вопрос, он у меня отражается в принципе, что он возник, да? Я потихонечку прикину, сколько времени оставит мне для ответов на вопросы в конце нашей беседы. Вот примерно так, давайте попробуем понять, что из себя представляет этот курс, насколько он вам будет полезен. И я начну с того, что, как правило, те слушатели, которые приходят на этот курс, имеют некий багаж по самим стандартам, у кого-то посвежее, у кого-то не очень, но, во всяком случае, вот сами знания стандартов как бы собой подразумеваются в этом курсе. Поэтому речь идет о том, что если говорить вот, ну, общую такую статистику, по моим ощущениям, да, то в основном багаж – это либо вот это семестр вузовский, посвященный международным стандартам, либо это традиционный курс, посвященный, ну, как бы вот самим, что ли, стандартам, да, то есть правилам, и, безусловно, это то, что необходимо для работы, но, как правило, после того, как вот заканчивается изучение всей этой системы, возникают вопросы, что с этим богатством делать, да, как дальше быть. И поэтому вот немногочисленные курсы, очень немногочисленные, я даже не могу сказать, насколько это широкая практика, на мой взгляд, не очень совсем. Вот курсы практические, именно те, которые дают понимание, как вот приложить вот эти вот знания в практике, вот, собственно, два курса, и первый из них – курс, посвященный
процедуре трансформации. А когда мы с вами говорим о всей системе международных стандартов, если говорить совсем упрощенно, то мы с вами понимаем, что речь идет о некой системе, в общем-то, учета и отчетности. Прежде всего, конечно, отчетности формально, как вы знаете, потому они называются стандарты отчетности. Формально здесь речь не идет об учете, но само собой подразумевается, что это, в общем-то, другой, по сути, бухучет. Он прежде всего другой по своей идеологии, как вы знаете. Поэтому понятно, что каким-то образом выстраивать переход от нашей национальной системы надо. И для этого существует, как вы знаете, два пути. Понятное дело, что сразу вести учет по международным стандартам, что казалось бы логично, да, невозможно, ибо у нас с вами есть налоговая, для которой мы с вами готовим нашу отчетность в стандартах РСБУ. И второе отсюда следствие, что тот путь, который изначально как бы заложен в международных стандартах, то есть вести уже учет по этим правилам, он, наверное, не очень эффективен. Получается, что мы дважды должны копировать одну и ту же хозяйственную операцию, и понятно, что это не наш путь, да? Мы должны с вами максимально использовать уже ту работу, которая сделала бухгалтерия, я имею в виду та, которая работает в формате РСБУ. И поэтому здесь, в общем-то, два пути. Первый путь – копировать то, что сделано по РСБУ в платформу МСФО. Это путь автоматизации, путь, который зависит от очень многих причин, по которым это не всегда получается корректно и качественно. И второй путь, собственно, предмет нашей сегодняшней беседы – это путь трансформации, путь, когда мы с вами работаем с уже готовым комплектом отчетности по национальным стандартам, неважно, какие это стандарты, да, не мы одни, что называется, ведем учет и в национальных стандартах, и в международных. Как вы знаете, Германия то же самое делает отчетности по своим стандартам и по международным, поэтому вот этот путь, он имеет очень много преимуществ, о которых я как раз говорю на курсе. Он прозрачен, он технологически прост, проверяем и так далее, и так далее. Там очень много достоинств, поэтому мы сейчас с вами говорим о том, что трансформация, по сути, самый эффективный способ получить комплект отчетности по МСФО. То есть мы с вами работаем практически вне системы учета. А нам система учета при трансформации нужна исключительно для того, чтобы понять суть хозяйственной операции. Поэтому для этой процедуры, для этого первого шага, когда мы с вами отчетность отдельной компании перекладываем из формата РСБУ в формат международных стандартов, нам, собственно, нужен только вход в систему учета, неважно, какая она на базе восьмерки или какая-либо из ERP, да, и, может быть, нам нужны еще договоры, чтобы понять, что там на самом деле происходило, ибо, как вы знаете наверняка, да, что при переходе в формат МСФО, поскольку это совершенно другая идеология, у нас многие хозяйственные операции трактуются совершенно иначе, чем по РСБУ. И вот именно технология, как применить знания по стандартам, с тем, чтобы получить в конце концов комплект отчетности по МСФО, это и есть, по сути, суть того, что я
ставлю себе задачи на этом курсе научить, как это делать реально на конкретном примере. Кроме этого, кроме того, что это первый этап перекладки отчетности формат МСФО, потому что есть и второй этап, и это вершина нашего профессионализма, я имею в виду консолидацию, когда мы уже, вот на первом этапе, когда мы делаем трансформацию, мы с вами, по сути, русский комплект 4 отчетов, учетная политика, пояснительная записка, ну, ПРС бы она у нас никакая, да, это обороты между счетов, а по МСФО это очень солидный документ, в котором описывается абсолютно все. Так вот, когда мы все это переделали, у нас получается, если у нас группа компаний, вы понимаете, что сейчас даже самый, скажем, скромный бизнес, он всегда все-таки в обойме имеет пару-тройку хотя бы, хотя бы 2-3 компании. Поэтому это не только оптимизация там, налогов, это просто удобно по, даже по оптимизации денежных потоков. Во всяком случае, каждый бизнес представляет собой небольшую или большую группу компаний. Так вот, трансформация делается по каждой компании. Мы с вами, по сути, превращаем отчетность по РСБУ в формат МСФО. И у нас в итоге на первом шаге, на вот шаге трансформации, получаются комплекты отчетностей по МСФО отдельных компаний. И дальше мы приступаем к следующему шагу. Это следующий практический курс, который посвящен тому, как сделать единую отчетность по группе компаний. Как объединить вот эти отдельные отчетности по МСФО, будь у вас 3 компании, или 300, или 700, как в Евразии. В любом случае у вас консолидированный один баланс, один ОСД и так далее. То есть один комплект отчетности. Но мы с вами пока в рамках трансформации, и я еще должна сказать о том, что даже если ваша компания пока что не обязана делать МСФО отчетность, а вы знаете, что в принципе это дело неминуемое. Как вы знаете, вот в основном законе, посвященном применению МСФО в России, 208 ФЗ, там, в общем-то, красной строкой идет тезис, что все компании будут заставлять МСФО отчетность. Просто сроки у каждого, так сказать, направления бизнесов разные, а в принципе все. Ну и кроме того, как вы знаете, в принципе, конечно, уже наши стандарты максимально приближены к международным. Есть непреодолимые пока препятствия именно идеологического свойства, которые не позволяют нам полностью перейти на международные стандарты. Но, тем не менее, вот вы знаете, наверное, что была попытка ввести 5-6 стандартов уже с января 2018 года. Опять же, тема такая очень пространная, не хочу даже ее начинать, почему это введено было. Масса недостатков была в этих документах, поэтому отложили. И первая ласточка, которая к нам прилетит, она прилетит буквально через полгода. Вы, наверное, слышали, что с 2021 года вводится федеральный стандарт бухучетов СБУ, посвященный аренде. Это не случайно, потому что аренда у нас сейчас находится по русскому учету совершенно в безобразном состоянии, никаком, вернее, не в безобразном, а просто в никаком. Поэтому, кроме арендных платежей, как вы знаете, никаких начислений, в общем-то, никакого учета практически нет. Максимум, если у вас финансовая аренда, у вас там на забалансе что-то есть, вот и все. Поэтому вот не случайно, что именно с этого стандарта начинается вот шествие настоящих международных стандартов уже
в русском учете. И вот даже с этой точки зрения вам надо понимать и знать, как действовать. Потому что я смотрю по тому, как восьмерка выглядит сейчас и как, в принципе, ситуация по переходу, вам самим придется решать эту проблему. То есть международный учет аренды, как вы знаете, дело не очень прозрачное с точки зрения вот именно перехода. Стандарт сам хороший, понятный. В принципе, его предшественник тоже был неплохой. Новый стандарт, как вы знаете, действует с января 2019 года. Для многих компаний, те, кто делает отчетность по МСФО, этот стандарт, собственно, стал в работе, когда они сейчас, вот в феврале, закрывали 2019 год. Поэтому вот через полгода предстоит понимать, как перейти в русском учете на требования этого стандарта. Потому что наш российский ФСБУ – это просто вот калька с международного стандарта. Поэтому с этой точки зрения, безусловно, надо понимать, даже если вы знаете международные стандарты, как, собственно, трансформировать вот эти знания даже уже с точки зрения русского учета. Кроме этого, если ваша компания еще пока не обязана делать МСФО-отчетность, вы не отчитываетесь ни перед Центробанком, а я уверена, что даже плохенькая управленческая отчетность, она все-таки не может не содержать элементы требований международных стандартов. Уж во всяком случае, мне трудно представить управленческий учет, в котором, скажем, основные средства выглядят по остаточной стоимости из баланса по РСБУ. Наверняка уж хотя бы по справедливой стоимости переоценить основные и сроки полезного использования, наверняка это делается, да? И вот опять же мы с вами говорим о трансформации. Почему бы не делать это на хорошей такой систематической основе, да, чтобы это все было системно. Поэтому вот у меня есть заключительный курс всего цикла, весь цикл из 5 курсов, 5-й курс «Управленческий учет на основе МСФО». И я там не объясняю технологию, я говорю ключевую фразу. Технологически это выглядит как продолжение трансформации. Именно поэтому я всегда говорю, хотите, вот, чтобы этот курс как бы вот был насыщенный для вас, обязательно нужно понимание, как трансформировать. Потому что уже на том курсе, он такой же, в общем-то, небольшой, как и эти два практические курса, 16 часов. Вот я там не занимаюсь тем, что разжевываю на трансформации. Если здесь я в основном работаю с аудиторией, которая вот имеет в обойме сами стандарты. Очень много на этом курсе слушателей, которые ко мне идут после базового курса МСФО. Поэтому вот начинаю я обычно с того, что сейчас мы с вами те знания, которые получили на базовом, будем применять на практике. И вот мы как раз начинаем с самого основного, что касается трансформации, потихонечку движемся шаг за шагом, набираем обороты. И поскольку вот этот вот первый этап, он, конечно же, зависит от количества компаний в группе. Одно дело, если вы приходите в организацию, там 3 компании, и вы трансформируете 3 раза, а другое дело, если в компании 100 юрлиц, и вы понимаете, что вам за 2 месяца, это говорится формально, что у нас на составление МСФО-отчетности 150 там, этих дней, да? На самом деле, реально это 2-3 месяца, не больше. Поэтому, разумеется, конечно, все зависит от количества компаний. Ну, понятно, что никто там раскладушки в офисах не ставит.
Понятно, что если много, то у вас и помощники, и все это разбивается, но тем не менее, имейте в виду, когда будете уже выходить реально, так сказать, деятельность по формированию МСФО-отчетности, обязательно прикиньте объем, какой вам предстоит по трансформации конкретно. Почему работодатель прежде всего при приеме на работу в подразделение МСФО тестирует навыки трансформации? Ну, во-первых, трансформация занимает где-то две трети, а иногда три четверти всей работы. Консолидация, несмотря на то, что она, ну, как бы вершина нашего профессионального умения, консолидация требует понимания глубокого всех тонкостей приобретения компаний, долей, взаимосвязи. Вы знаете, что бывают сложные владения, да, когда дочка там владеет мамой каким-то образом в долях и так далее, и так далее. Консолидация умственная, но она не зависит от специфики компании, которую мы консолидируем. И сама процедура, которая уже практически 100 лет, да, консолидация, ну, 100 не 100 лет, 80 точно. Так вот, она сама по себе, по объему небольшая, а трансформация, по сути, мы с вами, каждый актив, каждое обязательство, в учете должны просмотреть, промыслить все и трансформировать в формат МСФО. Каждый актив, каждое обязательство. Поэтому это, безусловно, кропотливая работа. И тот инструмент, который я предлагаю вот на курсе, он выглядит очень громоздким, и кажется, что это совершенно невозможно уложить в те 16 часов, которые занимает этот курс. Так вот, если вы демонстрируете навыки трансформации, то тот, кто вас тестирует при приеме на работу, он понимает, что вы не только отлично знаете стандарты, да, но вы и понимаете саму суть работы, что вы понимаете тех моментах, когда это требует действительно тонкой, кропотливой работы, а где можно, ну, как бы сделать допущение. Трансформация чем хороша? Вы не зависите ни от какой системы учета, да? Вы заглядываете туда только, чтобы понять суть хозяйственной операции. А дальше все дается на откуп вашему мастерству. Вы сами можете договориться по ходу трансформации, составляется документ, который называется «Регламент трансформации». И там вы можете изложить свою точку зрения, почему вы не стали вот возиться с трансформацией этого актива, почему вы пренебрегли какой-то хозяйственной операцией и так далее. Какие допущения, что вы вот приняли как необходимость и достаточно долго трансформируете какую-то, допустим, какую-то статью отчетность, какой-то актив. То есть здесь, как в принципе в системе МСФО, очень много зависит не только от вашего профессионализма, но и в принципе от вашего даже, я бы сказала, здравого смысла. И поэтому, когда вы отвечаете на вопросы по трансформации, при тестировании, уже сразу ясно не только профессиональный уровень, но и уровень в принципе вас как работника. Поэтому вы должны сообразить специфику компании для того, чтобы трансформировать. Будь вы звездой МСФО, да, знаете все последние, так сказать, изменения в стандартах. Все тонкости. Тем не менее, вам нужно войти еще в бизнес. Поэтому даже если вы попадаете в компанию, где все-таки есть вот эта конверсия, то есть параллельный учет,
когда операция по РСБУ трансформируется автоматически в самой системе, все равно я вам очень рекомендую поначалу сделать вот трансформацию таким путем, как делают, ну, 90% всех компаний, несмотря на то, что даже если есть возможность финансовая, конверсия, вот этот автоматизированный учет, он хоть называется автоматически, на самом деле он автоматизированный, по сути, потому что там, если машине все на откуп дать, там такое наворотит. Поэтому вот этот автоматизированный учет, да, это замечательно, хорошо, прекрасно, если это сделано по-человечески. Надо сказать, что по-человечески в России, на мой взгляд, делают только две компании это дело прилично. Ну, не буду говорить, какие, чтобы это не было рекламы. Но, во всяком случае, в любом случае, трансформация или чистая трансформация, даже при конверсии надо сделать 2-3 года трансформацию именно так, вот как мы с вами учимся на этом курсе. То есть понимать суть бизнеса, понимать сами операции и превращать. Вот что такое трансформация? Это мы с вами, по сути, превращаем показатель, бухгалтерскую вот эту оценку в русском балансе, да? Ну так, для примера баланс я имею в виду. А мы превращаем в такую же, в общем-то, статью иногда по МСФО. Ведь вид отчетности очень мало меняется. Иногда очень даже сложно понять, что это баланс по МСФО. Особенно если компания выстраивает баланс по МСФО не по убыванию ликвидности, да, а так, как у нас. Сначала необоротные активы, потом оборотные активы. И только по статьям можно понять, а вот если положить рядом две отчетности, русский баланс и МСФОшный, о, вот тут мы видим, что по каждой статье у нас совершенно разные цифры, которые как раз и изменились в ходе трансформации. Что-то вы мне там вопросики не задаете. Я, конечно, могу долго рассказывать, пожалуйста, но если у вас есть какие-то точечные вопросы, пожалуйста, их задавайте. Так, значит, про сам курс. Как он выстраивается? Длительность курса 16 академических часов. У нас предусмотрено два варианта. Либо это два воскресенья, два выходных дня, суббота, может быть, или воскресенье по 8 часов. Речь идет о академических часах. Либо это 4 вечерних занятия. Если это дневные занятия, то они начинаются в 10, заканчиваются в 5 с обеденным перерывом и с двумя перерывами короткими между где-то полуторами там, часов. Либо это вечерние 4 занятия, которые начинаются в половине седьмого и заканчиваются в половине десятого. А тот курс, который начинается в воскресенье, по-моему, да, или да, воскресенье, вот ближайшее, он будет проходить в онлайн-формате, естественно, пока. Но уверяю вас, что вот как раз в случае этого курса никакого ущерба вы не почувствуете. У меня очень многие приходят даже на первое занятие, потом уходили на вебинар, потому что, ну, понятно, как, что делать уже на первом занятии. А вот вопрос такой. Трансформация с РСБУ. Да, вы знаете, трансформация идет даже не с первички, ни в коем случае. Не-не-не-не. А трансформация идет с оборотно-сальдовой ведомости. Вот когда закрывает русская бухгалтерия, да, период, вот эта вот оборотка большая по всей компании, не по какому-то счету оборотка, да, а общая, да, в целом по компании. Вот когда они закрыли на ключ, да, вот тогда начинается работа МСФОшника. То есть мы стартуем с этой оборотно-сальдовой ведомости, допустим, на 31 декабря 2019 года. Как только русская бухгалтерия закрыла эту оборотку на ключик, мы берем эту оборотку и выстраиваем ее в столбец, и с нее начинаем шаг за шагом по каждому активу
по каждому обязательству мы с вами делаем корректировки. Иногда их несколько надо, иногда одну. Короче говоря, мы с вами шаг за шагом, вот сколько, ну, вот в том примере, который у меня, сейчас я о нем скажу, за год получается где-то 23 корректирующих и 5-6, ну, максимум, нет, не 5-6, 3-4 рекласса. Вот где-то получается за год в районе 30 корректировок. Это классика, это классика. Если я ответила на ваш вопрос, вы мне присылаете плюсик, и я двигаюсь дальше. Хорошо? Михаил, вы меня поняли? Я ответила на ваш вопрос. Ставьте плюс, и я двигаюсь дальше. Отлично, можно плюс. Вот так я, кстати, работаю на курсе. То есть я предлагаю сразу задавать мне вопросы, особенно на базовом, правда. Но неважно, и здесь то же самое. Значит, сразу вопросы задаются, я отвечаю сразу, плюсик, и я двигаюсь дальше. Если вопрос пространный, значит, мы отдельно беседуем после занятий. Если надо объяснить как следует, да, я откладываю на после занятия. Но обычно сразу мы как бы друг друга понимаем и двигаемся. Итак, я продолжаю насчет того, как выглядит сам курс фактически. Значит, первый этап. Сначала я рассказываю вам вот эти два метода перекладки отчетности СБУ в МСФО. То есть преимущества и недостатки. Это очень важно для вас, потому что вы потом, это ваши аргументы, вас все время будут торопить. Как всегда, вы знаете, наши работодатели всегда видят, спят и видят вот эту вот кнопку волшебную, когда нажал и вот получил отчет. Так что рано или поздно обязательно вас начнут тюкать этой самой автоматизацией. Вы тогда в зависимости от того, что вам, так сказать, на данный момент покажется целесообразным, вы будете как раз вот аргументировать из того арсенала, который я вам расскажу. Дальше. Второй этап. Этапы совершенно неравноценные. Второй этап. Я рассказываю саму технологию с иллюстративным примером. Все, да, на самом... А вот когда я передаю саму технологию, саму суть, она, кстати, очень несложная. Это, по сути, Excel-таблица, но когда вы увидите конечный этот вид, очень грозный, да, выглядит очень солидно. Но на самом деле это обычная Excel-таблица с самыми элементарными действиями. А плюс-минус, сложение по строке, по столбцу и не более того. Но, еще раз повторяю, если вам показать тот пример, который, так сказать, завершающий, он, конечно, выглядит очень солидно. Так вот, значит, вот эту технологию рассказываю на совершенно элементарном примере. А после этого, третий этап, я вам даю самостоятельно потрансформировать тоже такой прозрачный пример с элементарными цифрами, но технология абсолютно на нем видна. И когда я убеждаю, что вы меня услышали, мы погружаемся в четвертый этап, который занимает 90% курса, потому что он посвящен вот этой самой реальной трансформационной модели, громадной, о которой я сейчас расскажу. Вот 90% курса – это реальная трансформация, реальная отчетность по РСБУ. Сейчас один момент отвечу на вопрос, и мы дальше продолжим. Так. Татьяна спрашивает, базовый курс о чем? Да, да, это теория с примерами, безусловно. Это сами стандарты. Это, по сути, правила движения, да? Если трансформация, консолидация, тоже мы с вами садимся за руль и едем, то базовый курс – это правила движения дорожного, без которых дальше двигаться нельзя. Это тот кирпич. Нет, нет, нет.
Это исключительно сами стандарты, без какой-либо специфики. Это примерно 40 стандартов международных, без углубления банковские, не банковские, они все для всех одинаковые. В том-то и дело, в чем суть, собственно, международных стандартов? А это универсальный механизм, как, помните, вот язык, да, универсальный пытались создать, но это невозможно, слишком много идиом. А вот финансовая отчетность, она, в принципе, структурирована практически всегда одинаково. Поэтому вот удалось создать систему правил, которая годится для любой страны, для любого бизнеса, понимаете? Поэтому нет каких-то отдельных стандартов для банка. Есть стандарты, которые работают для любого бизнеса. В этом как раз универсальность. Ведь международные стандарты в основной своей цели создавались для того, чтобы можно было сопоставлять отчетности разных компаний в разных странах или одной компании в разные периоды. Универсальность – главная их черта. Если вы знаете стандарты, я должна сказать, что дело в том, что у меня вот в последнее, так сказать, время приходят люди, которые даже слушали стандарты, знают их, уже имеют ДПИФР, даже международную сертификацию. Тем не менее, приходят, чтобы прослушать две темы: финансовые инструменты и аренду. Даже ради двух этих тем, да, поэтому если у вас есть, в принципе, для трансформации достаточно багажа, если он у вас был приличный даже прошлых лет. Дело в том, что на трансформации я практически бегло повторяю, но если совсем нет багажа по самим стандартам, то я бы советовала сначала пойти на базовый курс. Танечка, я ответила? Тогда, пожалуйста, плюсик. Я, ага. Ну, нет, нет. В обязательном применении, да, в обязательном применении она с 1 января 2019 года, аренда я имею в виду, и она совершенно очень прямо отличается здорово. А финансовые инструменты, они вообще 10 лет делались. Вот, поэтому я говорю об обязательном применении и окончательном виде. В том виде, в котором мы теперь обязаны применять. А так, конечно, если вы вспомните версию ИФРС 9-14 года по финансовым инструментам и сегодняшнюю версию, это небо и земля. Хотя тот же самый стандарт. 10 лет его делали. Так, идем дальше. Я рассказываю про тот инструмент, который я использую на этом курсе. Дело в том, что первое, что вот, во-первых, трансформация читается крайне редко, потому что это действительно практика, после которой вы можете идти работать в любой отдел МСФО. Если вы практически вот эти курсы трансформации и консолидации прошли у меня, я вам гарантирую, что вы можете работать в любом подразделении МСФО. Действительно. Другое дело, что без международного сертификата вас в другую компанию не возьмут. Но в рамках своей компании вы можете преспокойно переходить в подразделение МСФО. Так вот, я хочу сказать о том, что я беру честный пример, который включает в себя не только вот эти вот основные трансформационные корректировки, но я беру трансформацию первой МСФО-отчетности. То есть когда мы делаем МСФО-отчетность впервые. А для этого получается, что мы трансформируем 3 года. Первый год мы берем с вами баланс, это вступительный, который нам даст входящие ставки на дату перехода на
период и отчетный период. И получается, что сравнительный период, кроме того, что вы научитесь, как эти коррекции в следующем году, то есть когда вот курс посвящен только одному году, и вот вам показывают корректировочки, все замечательно, разошлись, все довольны, вроде как вы умеете трансформировать. А в следующем году, поскольку мы, вот был вопрос хороший, мы каждый год начинаем с русской оборудки, понимаете? Поэтому не с того, что мы сделали в прошлом году, чем закончили, собственно, прошлый год, да? Мы стартуем следующий год не с конца НСФОшной отчетности прошлого года, а снова берем русскую оборудку и превращаем ее в оборудку по НСФО, понимаете? Поэтому во втором году желательно, конечно, не повторять того, что мы сделали в предыдущем году. Поэтому мы используем всю работу, которую сделали в первом году. Не повторить ее во втором году. Что произошло в русском учете учесть. Вот это все мы с вами учимся. Поэтому у нас с вами в целом получается 50 корректировок без учета повторяющихся. И вот это вот самая главная вещь, да, как бороться с динамикой, да, чтобы использовать то, что сделано уже до того, в прошлом году, и в то же время учесть влияние того, что произошло, в принципе, по хозяйственной операции уже в этом году. То есть вот эти все сложности мы тоже с вами изучаем, понимаем, как корректировать. Это тоже, я бы сказала, быть может, это даже сложнее, нежели... Хотя технологически, еще раз повторяю, никаких сложностей там нет, вы убедитесь. Просто вот осмыслить, быть может, это сложнее, нежели повторить из года в год какую-то традиционную корректировку, там, по пересчету, допустим, я не знаю, полезного срока, срока полезного использования актива. И замечательно то, что та вот эта модель, практическая трансформационная модель, которую я предлагаю на курсе, она юридически свободна. То есть вы по окончании курса можете пользоваться ею в последующей своей практической работе. То есть снесете мои цифры, поставите свои, заполните вашими показателями с оборотки российской и просто по шаблону повторите всю нашу работу. Вам будет легко, вплоть до того, что даже сам вот этот вот документ, регламент консолидации, мы тоже с вами по ходу дела заполняем, вы понимаете, как его делать. Поэтому вот этот инструмент, он симпатичный, его знают. Знают аудиторы Big 4, то есть наши ведущие компании, там, Прайс-Уотерхаус, Deloitte и так далее, когда они видят, что вы работаете с этим инструментом, у них душа спокойна, то есть вы профессиональный, вы, так сказать, человек наш. Пока не вижу вопросов, поэтому продолжаю. У нас остается несколько минут, если... Да. Да, регламент трансформации, регламент консолидации – это документы. Вот если касательно трансформации, то вы по правилам туда должны внести типичные трансформационные корректировки, которые у вас есть по ходу. В принципе, сам документ несложный. Один раз вы его сделаете, дальше потихонечку корректируете, если только появляются... какие-то новые операции. Ну и, в принципе, по поводу практического выхода, я, да. А нет, 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 ни в коем случае, ни в коем случае. Учетная политика по МСФО, это, знаете, это больше, наверное, касается тех методов, которые вы выбираете, тех допущений, которые вы выбираете. То есть вы знаете, что международные стандарты, они вариативны. Вам предлагается, скажем, после первоначального признания выбрать дальнейший метод учета.
один из двух, как правило, да, это касается прежде всего основных активов, основных, там, НМА и так далее, у вас всегда выбор, и вы в учетной политике затверждаете, какой именно метод вы выбираете. Да, а регламент – это прежде всего вот все корректировки, если говорить о трансформации, вы описываете те корректировки, которые вы используете, типичные. И поэтому, когда вы каждый год пересматриваете регламент, вы просто добавляете к уже созданному, добавляете те корректировки новые, которые вас заставила делать жизнь. Да? Появилась новая хозяйственная операция, и у вас к тем корректировкам, которые вы делали в прошлом году, добавились вот эти новые. Вот, собственно, регламент трансформации об этом. И он, конечно, ни в коем случае не учетная политика по МСФО. Не за что, не за что, да. Еще я хочу сказать, что поскольку и трансформация, и консолидация, второй этап, вещи очень дорогие на рынке, да, то после этих двух курсов вы можете, у меня, это не просто агитация, у меня была слушательница где-то очень далеко, не помню уже, на севере, по-моему, после курса она говорит, я взялась за проект, Галина Шайдулина, скажите, сколько денег запросить. Это действительно так, это действительно вот ремесло, которое можно сразу применять. То есть вы можете с помощью этого инструмента взять какую-то компанию и сделать трансформацию, ну а если дальше консолидацию, послушайте, значит сделать консолидированную отчетность. Ну, для начала, может быть, взять одну компанию, сделать трансформацию. Я еще раз вас приглашаю на курс трансформации. Кому необходим базовый, значит, сначала, быть может, имеет смысл прослушать базовый. Или если у вас уже есть платформа, просто обновить, да, посмотреть новые стандарты, которые появились с того времени, когда вы изучали стандарты. И милости просим на вот эти два практические курса по 16 часов, трансформация, консолидация. Я хочу сказать, что если кому-то важен документ, то есть международная сертификация, то можно идти на подготовку, не проходя трансформации, консолидации. Трансформация, консолидация – это, в принципе, практика галимая. Да? Единственное, на консолидации, на втором занятии я все-таки совмещаю практический навык и подготовку уже консолидации. То есть я усложняю в жизни таких примеров, которые дают на экзаменах по международной сертификации, редко встретишь. В жизни гораздо проще консолидация. А я совмещаю практический навык и беру примеры, усложненные из международных сертификаций. Пожалуйста. Так. Сейчас поднимусь. Да. Нет. Консолидация – это совершенно… Нет, Михаил, консолидация – это… Еще раз объясняю. Консолидированная отчетность – это когда мы собираем в единую отчетность все отчетности. Вот у вас, допустим, в группе компаний 10 компаний, да, у них у каждой своя отчетность МСФОшная. А консолидированная отчетность, когда вы на эти 10 компаний смотрите как на единое целое. Поэтому вместо 10 балансов у вас появляется один баланс, да? Ну, как бы вот у нас он называется сводный иногда, да, неграмотно. Ну, вот консолидированный – это единый баланс, когда мы смотрим на 10 отдельных компаний, как будто это одна ООшка, это подразделение. И вы понимаете, что там свои правила, что все, что происходит между этими компаниями, уже не может носить характер неких каких-то прибылей там и так далее, да, ну там своя, конечно, кухня.
Поэтому консолидированная отчетность, она единая, когда мы смотрим на группу компаний как на одно целое, если так вот коротко. Трансформация – это перекладка отчетности одной компании из РСБУ в формат МСФО. То есть мы потихонечку, шаг за шагом, переделываем циферку российскую в показатели согласно международному стандарту. То есть, допустим, вот у вас основное русское 100 тысяч и срок жизни 10 лет. И через год у вас там остается 90 тысяч, да? А в переходе формат МСФО вы меняете и стоимость, она у вас уже не 100, а 50, да? И срок жизни у вас уже не 10, а 5. Исходя из того, что вам говорят профессионалы, что это уже рухлить, она дольше года не прослужит. Как же вы 10 лет поставите, да? Ну вот, вот в таком виде. Да, консолидация, конечно, да. С учетом процента владения компаний, купленных, приобретаемых бизнесов. Ну, тогда вот вам краткий, так сказать, экскурс в курс трансформации. Приглашаю вас. Буду рада поработать с вами, научить, передать вам навыки практические. Перекладки в формат МСФО. Всего доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Пожалуйста. Пожалуйста, всего доброго, удачи. Скорее бы нам выйти из всего этого безобразия и встретиться живьем. Ну, я думаю, пораньше, Михаил. Я надеюсь, пораньше. Я все-таки надеюсь, что к августу. Сейчас экзамен ДПИФР перенесли на сентябрь. Я надеюсь, что в августе я уже буду готовить вживую. Ну, гриппозно это мы переживем. Всего доброго, счастливо. Пожалуйста, Танечка. Еще раз здоровья. Не болейте.